26 октября состоялась интеллектуальная игра «Конституция Татарстана. История и современность». Историко-правовая игра для студентов была проведена в формате квиза. Студенты из 7 команд различных вузов Татарстана соревновались между собой, отвечая на отдельные вопросы и решая небольшие задачи на основе норм российского права. Конституция Республики Татарстан исполняется 30 лет. Мы решили, что это должно быть не только в рамках юридического факультета Казанского федерального университета. Решили пригласить все юридические вузы для того, чтобы сыграть в игру на знание конституционных положений. Квиз посвящен 30-летию Конституции Республики Татарстан и содержит задания по конституционному праву. Игра для команд состояла из 5 туров. Каждый включал в себя от 5 до 12 вопросов. Ответы члены команды вписывали в специальные карточки, которые по окончании каждого тура сдавали организаторам. По задумке организаторов, победителем игры становится команда, набравшая наибольшее число баллов за правильные ответы. В условиях последних ведущихся действий нам необходимо поднимать уровень патриотического образования, знания собственной истории народа именно в грамотном научном русле, чтобы студенты разных курсов, разных направлений, разных факультетов и институтов могли собраться вместе, обсудить необходимые вопросы, принять участие в интеллектуальных играх и, соответственно, проявить определенную соревновательскую ноту, чтобы принять совместное участие. По итогам игры первое место завоевала команда юридического факультета КФУ «Алга». Серебро взяла команда Казанского филиала Российского государственного университета правосудия «Без Булдырабас». И третье место присудили команде Казанского инновационного университета имени Тимирясова «Инноветив Лаурс». Награды победителям торжественно вручил председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухаммедшин. Я очень рад организаторам сегодняшней встречи в стенах Государственного совета, когда проведенный конкурс на знание Конституции, основного закона своей республики. Юридические наши вузы, факультеты вузов провели такой серьезный, объемный труд по знанию Конституции Республики Татарстан. Обязательно там и знание Конституции Российской Федерации, так или иначе. Живем в одном правовом поле. Организаторами интеллектуальной игры выступили аппарат Государственного совета Республики Татарстан и юридический факультет Казанского федерального университета. Карина Саяхова, Ленар Гизатуллин, Универньюз.